Я написала про благоустройство нашего микрорайона статью на 4 листа, рассказывает Илона Гура, ныне первокурсница факультета журналистики. Девушка очень рада изменениям, например, что вместо бездорожья у дома на Беляева 71 появится обустроенная пешеходная дорожка. Да тут такая грязюка была, что невозможно было пройти. Мне пришлось в школу вот такой круг давать. Понимаете, это было очень неудобно. Мне все время приходилось вставать раньше на час, выходить раньше и идти, и вот эту всю грязюку обходить. 32 года на этом месте была, как говорится, народная тропа. Для местных это был самый короткий путь к социально значимым объектам – поликлинике, детским садам. В межсезонье здесь невозможно было пройти, вспоминают горожане. И после многочисленных обращений в разные инстанции выход наконец-то найден. Я как помощник депутата за собрание получил, значит, обращение лично вот по инициативе жильцов дома Беляева 71А. И в дальнейшем свою просьбу уже обратил коммерческой компании, службам городским, чтобы вот этот проект ТОСа 25-й микрорайон был доработан. Участок он особой там сложности не представляет, то есть обычно тротуарная дорожка, значит, больше сложности составила разработка проекта, согласование со всеми службами. Сумма, которую заплатил инвестор, 60 тысяч рублей. К слову, для прокладки этой пешеходной дорожки решено было использовать плиты, которые демонтировали во дворах в рамках программы «Комфортная городская среда». Все они в хорошем состоянии, качественные и, как говорят специалисты, простоят еще 25-30 лет. Кстати, этот участок на Беляева не был запланирован в программе ремонта тротуаров города. В Ягодском районе программа, которая была нацелена на ремонт тротуаров, она уже началась, и ряд улиц у нас это и Краснодонцев, и Победы, и Олимпийская, Командарма Белова, и Леднева, и Баршовская, то есть весь район у нас охватывается. Рабочие пообещали, что сделают дорожку за один день, и уже завтра жители Беляева 71, 71А смогут пройти по своей привычной, но в то же время новой дороге. Виктория Пименова, Александр Шагичев, Виталий Присмотров, новости.